Ирина Синкевич пишет на аллергии, запоры и так далее. Кажется, и ем все хорошее, и салаты, и каждый прием пищи обильно, но стул тугой, либо камешки. Бывает, день его нет, уж не знаю, как его расшевелить. А вы знаете, что вот салаты сейчас, они особо не идут. Они охлаждают наш организм, а толстый кишечник, кстати, любит тепло. Вот, и все это ведет к тому, что начинает у нас по организму гулять ветерок. Вот эти вот камешки, которые в начале стула, козьи орешки, как раз они и указывают на то, что у вас в настоящий момент жизненный принцип ветра перевозбужден, а тем более запор. Поэтому питание должно быть для вас именно для вас, чтобы вот этого не было. Чтобы не было ни тугого, ни камушки. Оно должно быть теплым. То есть и это должны быть первые блюда, это должны быть тушеные овощи теплые. Напитки также должны быть теплые. Желательно, чтобы еще и жирок был, какое-то масло было. Принимать прогревающие ванны, втирать в тело оливковое масло. Быть спокойными, и глядишь, тогда у вас со стулом начнут происходить положительные изменения.